А что это? Тут сказано, ты выйдешь за... Ты выйдешь за меня? Нет. Серьезно? Я знаю, меня не должно беспокоить, что ты работаешь в зоопарке, но... меня это напрягает. Серьезно? Спустя 5 лет самый преданный сотрудник зоопарка... Просыпайся, Дональд. Давай-ка перейдем в тень. ...получил второй шанс. Я бы не хотела, чтобы из-за меня ты себя чувствовал неловко. Почему неловко? Очень даже ловко. О, Господи! Да нет, все нормально, сейчас вытащу. Нифига себе, заноза. Ладно, как у тебя дела? Все, пора завязывать с этим зоопарком. Теперь его подопечным придется совершить что-то невероятное. Приятель, нам надо поговорить. Боча! И вы давно умеете говорить? Так, посмотрим. Сегодня вторник, значит, с рождением. Ты же наш лучший друг. Мы не можем допустить, чтобы ты ушел. Оставайся, и мы поможем тебе закадрить эту дамочку. Так вы думаете, мне стоит пригласить ее на ужин? Да погоди, ты не суетись, парень. Дай волю медведю внутри себя. Нет, нет. Отлично! Да, я тронулся. Здрасте. А можно задать тебе один вопрос? Сколько хочешь. В ваших ресторанах действительно так вкусно кормят? Не то слово. Валим отсюда! Совсем озверел! Лучший способ привлечь самку – позволить ей увидеть тебя с другой самкой. А ты знаешь, что самки орлов предпочитают самцов, которые выше летают? Так сделаем это! По барам джинс, футс, 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 чтоб я сдох. Мой парень из зоопарка. Голосами зверей говорят Стоянов, Олейников, Гармаш, Васильева и Родригес.